До плюс 9 градусов только с мощным порывистым ветром. Такое надворье прогнозуют синоптики на ближайшие дни. Завершение зимы на Могилевщине будет амаль по-весновому теплым. Так прогнозуется, что 28 лютого порадует теплом и солнечным надворьем. Чекается до плюс 9 градусов. Однако картину крыху сапсуе мощный порывистый ветер до 16 метров за секунду. А ось первый весновый день будет не только ветреным, але и пахмурным. Хотя слупок термометра по-ранейшему будет показывать плюс 9. У вечера на большей части территории пройдет невеликий дождь. А далее солнце и хмары что дня будут изменять один одного. Крыху похолодая. Так, 2 соковика прогнозуется солнечное надворье, ветер почне стихать, температура поветра снизится до плюс 6. У пятницу, по словам синоптиков, порывы ветра узмоцнятся до 15-20 метров за секунду. Раницей навод махчимо мокрый снег и дождь. Приблизно такое же надворье чекается и у выходные.